Мой дорогой друг Фрэнсис Кабрини прибыла в Нью-Йорк с чемоданчиком и сестрами, став одной из великих предпринимателей. Ее первая больница, построенная среди споров, стала одной из лучших в Нью-Йорке, олицетворяя гордость, исцеление и надежду для всех иммигрантов. Кабрини и ее сестры создали сотни больниц, детских домов, школ и центров помощи по всему миру. Включая учреждения в Китае. Она настроила самую большую благотворительную империю, какую только знал мир. Успех, равный успеху любого из Рокфеллеров или Вандербильтов, и все ее учреждения были замечены управляющими женщинами.